Сильнейший клуб Казахстана двух последних лет, карагандинский «Шахтер», разгромил в Астане чемпиона Албании «Скендербео» 3-0. Отказавшись от расстановки в 5 защитников, Виктор Кумыков выставил привычные 4-4-2. Это принесло свои плоды уже на 8-й минуте матча. После подачи углового боснийский великан Алдин Джидич удачно замкнул передачу Симчевича и открыл счет. Еще несколько выгодных моментов в течение первой половины упустил Сергей Хижниченко, но до перерыва счет остался неизменным. Во второй половине матча гости попытались форсировать свои действия. Но вышедший на замену нападающий Роман Муртазаев удачно открылся под передачу и удвоил счет на табло. После этого воодушевленные своей игрой карагандинцы стали еще больше обострять игру впереди и перехватывать большую часть передач соперника. Все это вылилось в третий гол Горняков в ворота албанской дружины. Упустивший за весь матч немало моментов Хижниченко от души приложился к мячу и расстрелял с острого угла вратаря гостей 3-0. Шахтер одной ногой в групповом этапе минимум Лиги Европы. Ответная игра состоится 6 августа в Тиране.